Просто я сегодня играла живой турнир, и, наверное, поэтому я уже устала. Поэтому Ларина, мы сейчас не можем играть. У Бараева 3 очка. А у нас сколько? У нас, по-моему, тоже 3. А, у нас 2,5, у нас даже меньше. Александра Костенчук. О, да, последний тур, конечно, не лучше. Играем с Майей. Ну, давай так. За мной что, повторять будут? Попробуем слон G2. Может быть. Ну и против коня F4 на всякий случай. Так, пошла. Давай сюда. Кстати, да, можно 3-0 быстренько сделать. Почему бы и нет? И D4 можно тоже сыграть. Да, это последний тур. F4 у меня нет. Ну, не знаю насчет хода D4. Давайте пока что король B1. Думаю, что поможет этот ход. А вот дальше уже d4, e, d, конь, d4, да b, да нет d4, никакого ладья, фиаско, d4, просто... Мне не нравится мой слон. Да, теперь уже точно слон g2. Времени, видимо, мне мало было. Ну и d4 точно, тоже я точно не хочу, знаю. Чтобы на взятие забрать так, конем. Так. Правда, там пешка будет висеть, поэтому пока что нет этого хода. Попробуем меняться. Ну, брать нельзя там ферзь. Конь f3 есть ход, но там ферзь e4. А еще я открыла слона, чтобы забрать пешку на a7. По идее, можно. Все-таки тут у меня защищает конь и ладья, поэтому ферзь e4 напала на коня, напала на ладью. Интересный ход. Какая-то фигура явно проиграется, потому что защиты я не вижу. А, Максим, это дубок. Я-то думаю, почему мы такой дерзкий? Заберем, все равно конь а теперь выйдет. Мне все стало ясно. Да нет, после конь Е2 он может выйти, но мы останемся с лишним качеством. У нас уже больше на одну минуту. Теперь не знаю, либо без качества оставаться, либо без... Привет, Серёж. Ну, уже поздно, по-моему. Турнир уже ну, закончился. Ну, это хороший знак, если Спиница задумалась, значит, мы действительно особенно что-то выиграли. Вот ну, потому хода. Что напали на ладью и на коня. Точно. Но соперница надолго задумалась. Ладно. Да. Так, но забрали мы коня, ладья никуда с шахом да не хочу не я может. Качество отдавать. Забрали коня, даже если ладья d2, мы можем просто забрать жалко, конем. Жалко, тут нельзя вот так пойти, потому что конь... Поэтому это не страшно, мы останемся с лишней фигурой. Конь d2 есть. Дубок, Катя недавно жаловалась не на знаю, вашу d4. Жалость. Возможен ход опять. Есть у меня еще шах. Володь, я, конечно, понимаю, что ты так сильно веришь в меня, но сделать ничего можно без фигуры, это как-то... Можно спокойно сыграть d3 и на этот ход уйти, а потом король c4. Вот d3 мне уже больше нравится, поэтому мы сыграем d3, a4, конь d2, возможно, a3. Кстати, да, возможно, a3. Конь c4. Катя жаловалась. Если бы 3, там просто ферзь, ладно, я об этом не ферзь, знаю. Ферзь c3, да? Зачем мне это делать? Ладно, давайте так. Если она забирает пешкой, то мы играем конь e3. Ладья уходит, мы меняемся ферзями, и мне уже мат явно не светит. Поэтому здесь мы играем конь e3. Да, куда-то ферзь уходить не может, то мы просто заберем здесь, мата нет. Поэтому отлично, ферзи с доски уйдут, и пешку мы эту отыграем потом. Я думаю, что это не проблема будет. Так, еще плюс конь хорошее место занял. Я думаю, что хорошая позиция. Но если она заберет да, пешку, конечно, мы сразу здесь то... брать не будем. Зачем? То без фигуры. Ну, можно пойти а4. Здесь сюда, то опять. Пешку пока забирать нельзя. Можно вообще не трогать эту пешку.
Угу, защитила. Ладно, пока что, наверное, А4. Ну, не хочется ее трогать. Да, Рафаэль, вижу, что мешает атаковать мне, но уже как бы и окей, ферзей пока что так. нет. Уже можно будет сыграть конь b2, правда, слон a3, слон c1, ладья b8. Нет, все-таки на b2 еще брать нельзя. Но мы тогда просто ладью выведем. Не будем, в общем, мы эту пешку трогать, она очень даже хорошо там стоит и мешает моей сопернице. Спасибо большое за подписку в этот непростой стрим. Так, ладно, слон d2, с идеей слон c3 и, возможно, e5, опять же, с нападением на пешку. Но слон c3 мне больше нравится. Хотя e5 тоже мне нравится, но давайте мы пойдем все-таки слон c3. Или e5. e5 он просто У нападет. нас пешка только за фигуру. Хоть мы там и еще, заберем, еще в общем, слон пешку c3 мы где-то. играем. Ну, да, пока пешка, мы еще не конечно. Грозим съесть. Не но можно. На b2 мы тоже это брать не будем. Че, опять по-украински говорю? Ладья нельзя. Сюда. Нет. Не это можно. Не нельзя считать, что это моя пешка. Возможно, это, да. В принципе, она ее заберет. Ладно, вперед. Король d5, мы заберем пешку. Если он заберет на c4, то мы забираем слона. А он забирает здесь, да, а мы забираем там. Ладья c8. Не знаю, нет, ладно, на этот ход мы тогда просто уберем коня, а потом заберем. Рафаэль, полностью с собой согласна, что все это да, неправильно. Так играть нельзя. Не знаю, ход ладья f6, забрали, все равно две фигуры за ладью должно быть хорошо. Украинское дуже гарно. Так я могу еще говорить, если вам подавайте. Сереж, это рейтинг фишерки. Ну, это не мой рейтинг чтобы блиц, не так потерять. Что можешь не переживать. Чекай, Тюха, не модер. Ну, было такое у нас. Провинилась Катюха. Так, конь b3. Окей, мы перекрыли лазю. Теперь можно еще дать шаг. Да. Давайте пока что мы защитим пешку, Верно, а потом уже сыграем конь d4, хотя можно было сразу конь d4, там на взятие был один шаг, очень даже хороший для нас. Ну, конечно, я понимаю, что ты проиграна, но буду до конца уже играть. До конца вилку зевать тоже. Так, ну я могу забрать, конечно же. Например, конь b8, взяли, это хорошо. Если а в турнире я набрала 6 очков с 11 да, и взяла женский приз. Да, либо на f3. Давайте на f3 мы ее уберем. Какой у Саши был бзик. Интересно мне. Спасибо, Рафаэль, за поздравление. Ой, что-то я не то сделала. Ладно, сдаемся. Все, отлично, это партия. Победа. Я уже очень сложно, устала, честно, но есть победа. Сегодня, 3,5 очка. 11 живых партий. Трудом мы набрали блиц. Эти 3,5 очка. И еще сейчас. Ну, хотя бы мне удалось.